Смотрите сегодня в «Гражданской обороне». Террористы в украинском тылу. Кто устраивает провокации в освобожденных городах? В складі ДНР створены специальные підрозділи, будут заниматься диверсійною інформаційною работой. А вас-то я не заметил. Где больше геев, на Западе или в России? Политики в шоу-бизнесе очень много. Представителей нетрадиционной ориентации или так называемой «голубой мафии». Рушимый союз. Когда республики начали прозревать, что такое таможенный союз, на самом деле... Не надо быть специалистом, чтобы понять, что таможенному союзу кирдык. Глубоко обеспокоены. Кто из европейских политиков продался Кремлю? Россия формирует лобби из лояльных стран, собирает голоса. Факты, свидетельства, доказательства. Все это прямо сейчас в «Гражданской обороне». Смотрите далее в «Гражданской обороне». Самая большая политическая амбиция Кремля. Таможенный союз дышит на ладан. Це утворення мертвонароджених. Билет в советское прошлое в одну сторону. Почему страны-участники таможенного союза стали заложниками России? А можно было выйти из Радянского Союза? Конституция Радянского Союза сказала так, что можно выйти. Будет ли бунт бессмысленный и беспощадный? Почему казахи уже поглядывают на выход? Много безработных, денег мало, все жалуются. Большой пафос и большие ожидания. Таможенный союз должен был стать альтернативой союзу европейскому. Но почти с самого начала что-то пошло не так. Кыргызстан готов вступить в таможенный союз? Не, Армения вступает в таможенный союз. В Белграде сейчас обсуждают возможное присоединение к таможенному союзу. Сегодня это союз России, Белоруссии, Казахстана, а с октября еще и Армении. В очереди на вступление стоят, внимание, республики Абхазия, Южная Осетия и Приднестровская Молдавская республика. Не надо быть специалистом, чтобы понять, что таможенному союзу кирдык. Изначально союз был выгоден только одной стране. Это не имперская организация, в которой есть одно большое ядро – Россия. До тех пор, пока Россия будет сильной, сможет навязывать свою волю соседям, таможенный союз будет существовать. Если в Европейский союз страны стоят в очереди и годами доказывают свою состоятельность, тут ситуация отличалась кардинально. Оно мало, достаточно слабое майбутнє, и тому треба було шантажем загоняти, як вівці в кошар. Страны таможенного союза торгуют между собой без пошлин. Но в то же время Россия фактически строит вокруг себя и партнеров стену от качественных, высокотехнологичных товаров. Для этого устанавливают высокие таможенные пошлины для западной продукции. Коли ви огорожуєтесь митами проти більш цивілізованих якісних ринків, ви обрікаєте себе на вічне відставання. Ви ізгой. По словам експертів, продукція в таможенному союзі дорожче європейської на 30%. При этом в технічному прогресі Росія відстає на 20-30 лет. Доля Росії в валовому національному продукту світу зараз складає приблизно 2,5%. А доля Казахстану, Білорусі, Вірменії усі разом взяти менше 1%. Давайте сравнимо. Доля Соединенных Штатов Америки и Канады в валовом национальном продукте мира 29%, Европы 25%, а таможенного союза не больше 3,5%. То Россия разом с своими сателлитами страны перетворюється на экономичного карлика. И тому, думаю, в таком союзе нема никаких перспектив. Против западных рынков рынок таможенного союза даже не моська против слона. В условиях санкций Россия бравирует тем, что, мол, сейчас и заживем-то. Без буржуйских продуктов. Вот только о том, что развивать отечественное некому и не на что, все молчат. Нема кошти, нема технологий, нема ноу-хау. Есть только бажання зробити що? Побудувати стіну. І тому митний союз не приваблює. Кожен розуміє, що для свого населення це є велике жертвування, а питання є для чого. Занимать деньги у Запада нельзя, санкции. Покупать западные товары тоже, санкции, высокие пошлины. Развивать свое нет ни технологий, ни денег, никак не парадоксально желание. А что изменилось? Преференции? Может быть, у нас, смотри, у нас какие преференции создают для сельского хозяйства? Может быть, у них ставка кредитования станет низкой? Или, может быть, субсидии сельского хозяйства будут на уровне Европы или США? Нет? Не слышал ничего такого. А значит, Россия будет чахнуть и увлекать за собой в совок страны-партнеры.
С той разницей, что вместо дефицита рынок заполнит китайский ширпотреб. Проблема этого союза в том, что Россия сама по себе сейчас пошла очень нестойким путем, ступила на скользкую дорожку. И все эти страны стали заложниками такого развития событий в России. То, что этот экономический союз имеет политический привкус, многие догадывались давно. Но вполне ощутили его только в последнее время. На Всероссийском молодежном форуме «Силигер» президент РФ Владимир Путин решил сделать необычный комплимент президенту Казахстана, заявив, что такой страны до Назарбаева просто не существовало. Я уже говорил, что он совершил совершенно уникальную вещь. Он же создал государство на территории, на которой государства не было никогда. У казахов не было государственности никогда. Он ее создал. Казахи комплимент президента РФ не оценили и даже обиделись, после чего всерьез заговорили о выходе из таможенного союза. Тюркский каганат была Золотая Орда, которому платили дань русские князья. До 1480 года русские князья платили дань Золотой Орде. Независимости России всего 500 лет. Прежде чем претендовать на территории других государств, необходимо изучать историю. Да и сам глава Казахстана лести не оценил. Если правила, установленные в договоре, не выполняются, Казахстан имеет право отказаться от Евразийского экономического союза. Я уже говорил это раньше и говорю это снова. Нурсултан Назарбаев. Впрочем, намекать Казахстану, что никакое он не государство, Россия начала давно. Потому что Казахстан все-таки он не означает, что это страна казахов. Это как бы место, где проживают казахи, и там полно людей другой национальности. Что у Кремля на уме, то у придворного шута на языке. Владимир Жириновский даже пожалел о переименовании южной столицы Казахстана, города Верный, в Алматы. В основном русские создали город, который назывался город Верный. Верность Российской империи в глубинах Азии. Опасения самих казахов понять легко. Вот опрос независимого казахского телеканала 16.12. Большинство опрошенных за выход из таможенного союза. Желательно будет выйти из таможенного союза по той причине, что большой вред экономике будет. Цены будут все повышаться и повышаться. Много безработных, денег мало, все жалуются. Оказалось, что очень опасно не вступать в союзы с Россией, да, и... Оказалось, что это очень опасно сказать им «нет, ребята, мы хотим сами, у нас свой путь». Буквально сразу же после вступления в таможенный союз в Казахстане начались протесты. Цены на некоторые товары выросли почти в два раза. Но давление России оказалось сильнее. Ну так, мы видим, как вымальовывается русский мир. И бачимо, що він захоплює частину Казахстана. Ще більші протести пройшли в столиці Арменії – Єревані. Маніфестація противників вступлення Арменії в таможенний союз, приурочена к візиту президента Росії, пройшла в Єревані. Шествие остановили поліція і спецназ. Около 100 чоловік були задержані. Протестуючі обвинили президента Сержа Саргсяна в продажності. Для Росії це звичайна політика. На кого-то надавить, а кого-то купить. Це країни, які просто територіально зажаті таким образом, що... Они не могут, ну, Казахстан, например, продать свои ресурсы, минуя Россию. Потому что все остальные выходы, ну, либо Россия, либо Китай. Особый случай – это Белоруссия. Нынешний режим просто не в состоянии существовать без российских подачек. Мы сами себя загнали непонятно куда. Беларусь не имеет других возможностей на сегодняшний день содержать свою экономику, кроме как за счет российских дотаций. Там тоже очень неэффективная система, и живет она фактически за счет того, что просто Россия ей дает трансфер. Практически тоталитарный режим батьки имеет все ту же провальную и неэффективную экономику СССР. Чтобы голод не настал и лояльную Кремлю власть не свергли, Лукашенко регулярно просит у России $1.2 млрд, плюс скидки на газ. Если просьба не действует, начинаются угрозы. Путин обещал: с 1 января 2014 года устраняем все изъятия и ограничения в торговле. В противном случае мы таможенный союз не потянем, если не будем видеть от него экономического эффекта. Александр Лукашенко. Но даже те несущественные выгоды, которые таможенный союз предлагает, работают не всегда. Но пока Россия, введя ограничения 2 года назад примерно, на разными методами, фактически блокирует поставки нашей продукции на российский рынок. Поэтому, несмотря на всю мощь российской пропаганды, страны не спешат в таможенный союз. Тільки силою, тиском, шантажем и так далее пробують будувати цей митний союз. Європейський союз не будувався на шантажі.
Все лезли, перли, как могли только. Те же, кто уже оказался в таможенном союзе, осторожно намекают на возможность выхода. Вот только кто такую возможность теперь им даст? А можно было выйти из Радянского союза? Пока Россия, откормленная нефтедолларами, способна покупать правительство и угрожать, таможенный союз будет держаться. Но сегодня ситуация меняется чуть ли не ежечасно. Для России опасно долговременное падение цены на нефть. Вот это опасно, действительно. Ну а сейчас это, конечно, очень неприятная ситуация. Скажем так, в России произошло совпадение внутренних тенденций спада экономики вот с этим внешним давлением. Я имею в виду и санкции, и падение цены на нефть. Цена на нефть валится на глаза. Экономика России напоминает терпящий крушение самолет. Як тільки Лукашенко чи Назарбаєв відчують, що Росія наближається до колапсу, вони перші кинуть туди камінь. Це закон розпаду імперії. Да і внутрі самої Росії многие понимают ситуацію. Весь этот таможенный союз, он никчемный. Почему? Потому что он весь основан на этой нефти и газе. А он должен быть самодостаточный. Это элементарно. Эксперты уверяют, финансовой подушки России хватит максимум на 4 года. Затем неизбежный дефолт. Европейский союз справился бы с коллапсом одной страны. Но таможенный союз держится только на России, а потому он обречен. Таможенный союз. Войти можно, а выйти – вряд ли. Казахстан опасается за свою независимость и делает осторожные заявления о выходе из евразийского сообщества. Ереван вспыхнул протестами. И даже тоталитарный режим Белоруссии забеспокоился о суверенности. Тем не менее, эксперты уверяют, окончательный распад таможенного союза возможен только после краха империи зла. Смотрите далее в «Гражданской обороне». Скрытая война. Какие угрозы существуют в освобожденных от террористов городах? Мы фиксируем, допустим, тоже Славянск-Краматорск, агентуру ДНР. Прививка от сепаратизма. Как очистить умы жителей Донбасса от десятилетней российской пропаганды? Россия подходила к этому, в общем-то, 20 лет. Прямо сейчас в «Гражданской обороне» вы увидите то, о чем предпочитают молчать. Краматорск, Мариуполь, Славянск, Северодонецк, Лисичанск, Красный Лиман, Первомайск, Счастье. Это далеко не полный список городов, которые долгое время были захвачены террористами. Ирочка! Такой была жизнь в этих городах совсем недавно. Все эти люди ощутили на себе, что такое сепаратизм. 3 дня нас стреляют. Я сам был на войне и сам понимаю, что после бомбежек, бомбардировок, после всего того, что люди прожили и увидели, им необходима психологическая поддержка. Сейчас эти города снова под контролем Украины. Они были отвоеваны в прямом смысле кровью и потом. Украинские флаги вновь подняты над городами. Но закончилась ли здесь война после прихода украинских военных? Часть территории фактически в зоне боевых действий, и там просто даже нормальную жизнь тяжело поддерживать. Ну, например, поселок Счастье под Луганском обстреливается. Дебальцево фактически в зоне боевых действий и целый ряд других населенных пунктов. Как восстановить мирную жизнь на освобожденных территориях? И главное, может ли этот ужас повториться снова? На эти вопросы нам еще только предстоит ответить. Июня 2014 года Мариуполь был освобожден от бандитских группировок. Это событие стало первой крупной победой над террористами на Донбассе. И вот мэр города Юрий Хатлубей благодарит военных за освобождение его родного города. Мы объединились вместе для того, чтобы защитить этот город. Но толпа скандирует «ганьба». Совсем еще недавно у этого чиновника было совершенно противоположное отношение к террористам. Неужели он забыл, как на этой же площади божился, что проведет незаконный референдум? Пытаться где-то препятствовать людям проводить референдум не имело никакого смысла. Спокойно смотрел, как украинский флаг возле ОГА заменяют российским. Здесь стоят лучшие жители города Мариуполя, истинные патриоты нашего города. Несмотря на все это, сейчас, когда украинские военные выгнали террористов из города, Хатлубей стал чуть ли не первым патриотом Украины.
Еще недавно он стоял на площади с георгиевской лентой, а сейчас уже выступает на антивоенном митинге за Украину и заявляет, что у ДНР никогда не было будущего. Противоречие на противоречии. Умный расчет? Нет, скорее приспособленчество. Вічний мер Хатлубей, він хитався, так би мовити, разом з лінією партії, як колись говорили в радянські часи. Під чиїм контролем місто, під тією владою і працює мер. І ситуація в Маріуполі не єдиничний факт. Остаються всі ті ж самі кадри. Куча свідчень про те, що от вони якраз були ініціаторами, або як мінімум підтримували антиросійські групіровки, ті ж ЛНР, ДНР. Чоловік ратував за тероризм, в общем-то, перший, який там за сепаратизм за Росію, перший, який всіх призивав, сам лично роздавав оружие, а зараз він знаходиться на свободі, більше того, знаходиться на своєму місці. Точково б'ють по найбільш важливим об'єктам української інфраструктури. По шахтам. На 71-й шахті по електростанціям. Слід від удара. По мостам. Донбас в руинах. И все это из-за боевиков. На восстановление уйдут годы и миллиарды гривен. А тем временем те же террористы, которые Донбасс разрушили, будут использовать эту картинку в своих информационных атаках. К сожалению, для нас почва для того, чтобы пропаганда подействовала, есть. Відомо, що в складі ДНР створений спеціальний підрозділ, який буде займатися диверсійною інформаційною роботою. Тобто вони будуть вести пропаганду того, що значить, Україна не виконує своїх зобов'язань, що треба виходити з складу України. Війна продовжується. В умах жителей Донбасса. Недавно Международный институт социологии опубликовал результаты социологического опроса на подконтрольных террористам территориях. Результаты удручающие. 26% считают, что нужно сохранить ДНР и ЛНР. 26%, четверть населения. Еще 16% за воссоединение Донбасса с Россией. 42%. То есть почти половина. Вот там социальная база для сепаратистов. На освобожденных территориях ситуация не намного лучше. Состояние в освобожденных городах удручающее. От 30 до 70% это люди, там, желающие ДНР. Все зависит от города. Скажем, Славянск-Краматорск, где были активные там действия, где стреляли, там меньше людей хотят ДНР. Где... Там, скажем, армия наскоком взяла город, что он не прочувствовал на себе, те 80% ждут манны небесной. Во многих городах закрылись или уничтожены сотни предприятий. Люди подавлены. После того, что люди пережили и видя, что им еще предстоит пережить, у них есть повод сомневаться во всем. Этим и пользуются сепаратисты. Регионы все-таки до сих пор находятся в перманенте информационной пропаганды России. То, что ее там стало меньше, это не значит, что ее не стало вообще. Это то, что видят жители уже освобожденных территорий, включая телевизор. На каком основании, допустим, в Лондонвахе смотрят освобожденная территория, смотрят телевидение ДНР? А там как раз и показывают, что так называемые ополченцы уничтожают там представителей хунты и так далее. В больницах Мариуполя находится несколько десятков изнасилованных женщин. Дай мукров в селе Попасное. Никто из защитников Донбасса не склонится перед хунтой. Вот это нужно в информационном плане переломить. Люди должны понимать, что все, границы, которые сейчас существуют, это максимум. А дальше речь идет, может идти только о дальнейшем освобождении оккупированных территорий. Кроме того, на территории так называемой Новороссии сформирован спецотдел для диверсионной работы в свободных городах Украины. Мы получили информацию о том, что уже в ДНР было задекларировано создание таких подразделений вот этой информационно-психологической войны. И причем первостепенная задача, да, это как раз работа по освобожденным территориям. Это распространение слухов, паники, создание там деморализации населения. Как это работает? Центр находится в Донецке, но агенты действуют и даже живут среди мирных жителей в украинских мирных городах. Мы фиксируем, допустим, тот же Славянск-Краматорск, агентуру ДНР, грубо говоря, которая разбивает на зону ответственности весь город. Речь идет не только о квартальных, но даже о домовых, то есть люди, которые в каждом доме являются контактным агентом ДНР, грубо говоря. Судя по соцопросам, почва для работы этих информационных диверсантов есть. И то, что на места возвращаются бывшие, мягко говоря, ненадежные руководители, не способствует восстановлению мира и спокойствия в освобожденных городах.
На ваших экранах новая газета МВД выпускается с пометкой для сил АТО и освобожденных территорий. В министерстве ее называют знакомым еще с советских времен словом «агитпроп». Но для экспертов по информационной безопасности это скорее пособие для игры «Найди три ошибки». Издание, о котором речь, там 80% на украинском языке. Ну не буду читать в той же Волновахе, в том же Краматорске люди газету на украинском языке. Содержание исключительно правильное. Успехи армии, новости по восстановлению городов, истории об ужасах жизни в ДНР и ЛНР. Но еще один просчет. Распространяют ее совершенно не там, где нужно. Мы не нашли ее следов как раз среди местного населения. Они не знают и не слышали. В силах АТО, да, ее видели. Но это две разные аудитории. Солдата с Волыни, грубо говоря, то даже добровольца, который и так верит и будет сражаться, и уже сражается, и проливает кровь за единую Украину, не надо убеждать в украинской государственности. Что касается местного населения, то им как раз нужно вот эти базовые вещи доносить. Специалисты по информационной безопасности перечисляют главные факторы успешного агитационного издания. Это язык, это менталитет его, это близость к России, это все нужно учитывать. И пытаться создавать такой информационный продукт, чтобы бабушка, дедушка, который проживает в Луганске, в Донецке, в области, стремился включить свой телевизор или настроить свой радиоприемник, или купить прессу именно Украины, именно украинского и украинского информационного продукта и читать ее или смотреть с интересом. Оккупированными территориями надо заниматься. Надо создавать рабочие места. Надо отключать абсолютно, полностью, не знаю, какими методами, перенимать опыт Китая, опыт других стран, отключать российские соцсети, отключать российские каналы, организовывать национальное вещание, вести просветительскую работу. Чтобы понимали, что это не враги, это защитники. Во-первых, нужно справляться с последствиями пропаганды, которая транслировалась на Донбассе десятилетиями. Вопрос с пропагандой – это вопрос психологии масс. Не решается это все одним днем. Для того, чтобы все это разрешить, Россия подходила к этому, в общем-то, 20 лет. Второе. Не дать новому потоку информационных диверсий захлестнуть местное население и доказывать, что в Украине лучше, чем в так называемой Новороссии, нужно не словом, а делом. Треба, ну, звичайно, фінансувати відновлення, процес відновлення Донбасу і, крім того, вести потужну інформаційну кампанію, щоб пояснювати людям, в чому їхні переваги, перебування в безпеці в складі України, навпаки, що їх чекає, якщо знову повернеться терорист. Украина прошла длинный и тяжелый путь, чтобы увидеть вот эту картину. Но как бы нам ни хотелось, это далеко не финал. Впереди нас ждет еще много работы, чтобы не упустить этот мир ради погибших героев, мирных жителей и будущего нашей страны. Прямо сейчас в гражданской обороне. Определить врага, выявить его и уничтожить. Это не принцип компьютерной игры. Так действуют российские власти, самоутверждаясь за счет выбранной жертвы. Ровно месяц я осознавая себя геем и вполне счастливым человеком, полноценным, пропагандировал самому себе свою собственную социальную неравноценность. С чем боролись, на то и напоролись. Мы хотим позиционировать свое отношение так же, как наши друзья. Российская нравственность или почему русские так активно ненавидят сексуальные меньшинства? Почему в Украине нет слова гейропа? Да? Гейропа – это расширенный термин, который используют россияне. Голубая мафия России. В политике, в шоу-бизнесе очень много представителей нетрадиционной ориентации или так называемой голубой мафии. Или «так получилось» – откровение известного француза и еще один минус Кремлю. Я обожаю Владимира Путина, вашего президента. Они открыто противостоят ЕС и США, активно критикуют моральные ценности матушки Европы и тратят немалые средства и силы, чтобы выработать у россиян устойчивый образ аморальности ее населения. Это мужеложство, лесбиянство, бисексуализм и транссексуализм. Вот в студии федерального канала они глумятся над победительницей Евровидения этого года из Австрии Кончитой Вурст. У них нету больше мужчин и женщин, у них оно! Европа среднего рода! Ведущий Борис Корчевник с присущим ему неистовством называет европейцев сумасшедшими.
У меня вопрос. Европа что, совсем обезумела? Ксюша, вы смеетесь, но нам здесь было не смешно. Это победа, это диагноз. Два человека с безупречной репутацией в политике и шоу-бизнесе. Владимир Жириновский и Барри Алибасов наперебой кричат и обвиняют. А у них культура со слезами на глазах. Вот они, бородатые женщины, несчастные артистки, парень. Это общая тенденция. Да мы, это общая 100 лет тенденция. Назад, помолчи! Странно, но в студии рядом с ревностными защитниками традиционных ценностей нашлось место и известному музыкальному критику Сергею Соседову. Отстаньте вы от бороды! Скорее всего, отстаньте он не победил. Отстаньте от бороды, пожалуйста. Нет. Явно не понимающий, что он делает на этом эфире, Сергей Зверев старается держать не слово, а лицо. А вот Барри Алибасов, несмотря на то, что все про него что-то знают, решил быть в тренде. Вся молодежь бородата, все бородатые были. По скайпу Верка Сердючка призывает людей в студии быть добрее. Надо быть добрее. И я вам скажу честно, вот какую бы она там бороду нацепила, если бы не было песни эмоциональной, не было бы результата. Это праздник сединою на висках. День победы, день победы, день победы. Все это новая российская реальность. В студии призывом веры не последовали и продолжили поносить загнивающую Европу и ее моральные ценности. Ни для кого не секрет, что для России подобные высказывания и призывы уничтожить всех представителей сексуальных меньшинств – не редкость. Они постоянно звучат с голубых экранов. Но все это происходит не просто так. Є замовлення Кремля, и такое є державна пропаганда. Державна пропаганда Кремля навмисно виставляє представників сексуальних меншин, представляє їх збочинцями, злочинцами. Вот Дмитрий Киселев в эфире национального канала призывает ограничить права всех представителей секс-меньшинств. Например, в области здравоохранения. Я считаю, что штрафовать геев за пропаганду гомосексуализма среди подростков мало. Им нужно запретить донорство крови, спермы, а их сердца в случае автомобильной катастрофы зарывать в землю или сжигать, как непригодные для продолжения чьей-либо жизни. Под пропагандой ведущий, скорее всего, подразумевал нечастые в России парады людей, требующие признания своей самоидентификации. Такие парады в Москве или Питере, как правило, быстро разгоняются, не успев начаться. Нас не пускают в этот автобус, говорят, что Но особую жестокость, что печально, по отношению к вышедшим на акции протеста, проявляют простые жители города. За то, что мы вышли за ограждение. За то, что мы оставили митинг. Это кадры из фильма «Другие берега», показанного несколько лет назад на канале НТВ. Именно так, карикатурно, в представлении большинства выглядят гомосексуалы. Над ними смеются, их презирают, их ненавидят. Фильм про жизнь представителей сексуальных меньшинств в России. И что немаловажно, в Советском Союзе, где таких людей использовали в своих грязных целях сотрудники НКВД. А потом ведь органам им было отчасти даже интересно отслеживать вот эту вот небольшую по тем временам группу гомосексуалов, чтобы держать их, так сказать, на крючке и в случае чего использовать в своих целях. Так как гомосексуалы и в то время, да и сейчас тоже, они из сферы маргиналов, то их, конечно, было очень легко использовать для провокаций, особенно если это КГБ делало, для провокаций против диссидентов, против правозащитников, против тех же чиновников неугодных. Ведущий в конце документального фильма говорит, что в России признать свою принадлежность к сексуальному меньшинству – это все равно, что быть камикадзе. В российской провинции быть геем или лесбиянкой то же самое, что ходить по скользкой крыше. Интересно, что в процентном соотношении количество людей нетрадиционной сексуальной ориентации в каждой точке мира приблизительно одинаково. Это 5-10%. Тобто це означає, що навіть в ісламських режимах, да, де це за це часто карає смертною карою, навіть там є геї і лесбіянки. Естественно, что и в России такие люди тоже есть. И естественно, они пытаются заявить о своем существовании. Иногда им это даже удается сделать без кровопролития. Ровно месяц я осознаваю себя геем и вполне счастливым человеком, полноценным, пропагандировал самому себе свою собственную социальную неравноценность. Но чаще всего это происходит так. Зачем скрывать, что в Москве есть гей-клубы и что они всегда переполнены?
есть дизайнеры нетрадиционной ориентации, которые обшивают московскую элиту. Не пропиаришься сама, кто это сделает за тебя. Да, Зазанаполь обшивает дорогих модных артистов, жен олигархов. Мои подруги-стилистки делают им прически, макияж. И все это под брендом Зазанаполи. Есть много людей, которые этого не афишируют, но и не скрывают. Я сегодня утром проснулся, принял душ, подхожу к зеркалу, и звезда в шоке. После всего этого напрашивается один вопрос. Почему именно в России появился унижающий и обидный термин гейропа? Потому что очевидно, что у них есть певні комплексы по отношению до людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Как раз то, что россияне дразнят европейцев гейропейцами и считают, что тем только европейцы и занимаются, что однополой любовью свидетельствуют. В головах у россиян где-то глубоко-глубоко под одеялом, под паркетом, под фундаментом идут тектонические процессы, связанные с гомосексуальностью. Да признать ее россияне не могут. Именно в этом проблема. Признать надо. К доктору сходи. Проблема, по-видимому, есть. Примером может служить исключенный из КПРФ бывший председатель Госдумы Геннадий Селезнев. Я не могу до сих пор этого объяснить. Говорят, интимные отношения Селезнева с певцом Николаем Басковым стали одной из основных причин, по которой руководство Компартии заняло столь жесткую позицию в вопросе об его уходе с поста спикера парламента. Можно было бы, как говорится, со скандалом пролететь и вообще не поймешь, кем остаться в истории. Но не стоит забывать и Владимира Вольфовича, который постоянно окружен молодыми помощниками. Чистый, хороший. Естественно, все эти факты замалчиваются. В чисто идеологических целях они разыгрывают вот эту карту антигейства, так, и нетрадиционных сексуальных ориентаций, сексуальных меньшинств, для того, чтобы вот создать из России образ вот этой новой, правильной, консервативной, традиционной Европы. Но всю идеологическую работу в этом направлении чуть не поставил под угрозу знаменитый французский актер. Человек, получивший русский паспорт из рук самого президента и просто его хороший друг Жерар Депардье. Смотрите дальше, только в «Гражданской обороне». В политике и в шоу-бизнесе очень много представителей нетрадиционной ориентации или так называемой «голубой мафии». Сенсационные признания Депардье и не менее сенсационное объяснение всего этого самими русскими. Недавно изданная биография скандального французского актера, которого приютила Русь-матушка, называется «Так получилось». Этой фразой он якобы объясняет все то, что с ним произошло за всю его длинную и плодотворную творческую жизнь. Гомосексуализм, проституция, воровство и даже гробокопательство. Как теперь объяснить все это российскому народу? Факт гомосексуальных нахалів Жерар Депардье в российской прессе взагалі відсутні, тобто в дискурсі немає, ця інформація приховується. Русские снимали его в своем кино. Он вхож в дом Кадырова, лично знаком с президентом. И даже получил из его рук российский паспорт. Хотя, как утверждают наши эксперты, это была спланированная акция. Чому було надано громадянство Депардье? Тому що Росія веде сьогодні пропагандистську інформаційну війну з Заходом, і їм потрібно показувати, що Росія приваблива країна. Вони говорять, подивіться, Росія велика країна, що навіть ваші кращі представники вашої інтелігенції кінематограф, вони просять у мене тут російське громадянство. На помощь Депардье і в його лице всьому русскому правительству прийшов ярий сторонник гетеросексуальних отношений депутат Віталій Мілонов. Сьогодні він вперше не порицав всіх представителів секс-меншинства Росії, а захищав одного із них. Це покаяння. Депардье, вдохнувши очищений воздух Мордовії, публічно витащив чорта і заколов його осиновим колом російської нравственності. А от по відношенню до главі Apple Тіму Куку, який в своїй колонці відкрито признався в своїй гомосексуальності, Мілонов був не так снисходителен. Що він може нам привести? Вірус Ебола? СПІД? Гонорею? У них там у всіх безпорядочні зв'язки. Запретить въезд навсегда. Они любители навешивать штампы и видеть врагов повсюду. Они ненавидят гейропу, но так спешат туда на отдых. Они не мыслят себя без нарядов от известных мировых кутюрье, которые не скрывают своей причастности к секс-меньшинствам. Итальянцы снова в России. В Москву приехали Дольче и Габбана. Но запрещают снимать в России фильмы о Чайковском, боясь, что всплывут неуместные вопросы о его нетрадиционной ориентации. В этом году опять все начали спорить, был ли Чайковский геем или нет. А снимать фильм о национальной гордости страны, да еще геи, да еще на государственные деньги, вот этого Серебренникову вряд ли бы разрешили. В общем, что тут скажешь?
скажешь. Умом Россию не понять. И это сказали не мы. Смотрите далее в «Гражданской обороне». Цена глубокой обеспокоенности. Как и за сколько Россия покупает европейских и американских политиков? Россия щорічно витрачає на створення свого іміджу за кордоном мільярдні суми. Шпіони на службі РФ, ангажированные журналісти, експерти і псевдонезалежні представители. Були заранее куплені несколько британских газет. Запад, признающийся в любви Кремлю и голосующий за аннексию Крыма. Программа «Максимум» для страны-агрессора. Хотя бы получить своего вице-президента – это цель для российской дипломатии и для службы внешней разведки России. За полгода военного противостояния на востоке нашей страны украинцы познали все степени и глубины европейской обеспокоенности. Помощник генсека ООН выразил крайнюю обеспокоенность по этому поводу. Но даже сегодня, когда большинство стран признали Россию агрессором, Запад не единогласен. Еще бы, говорят эксперты, чтобы убедить мир в том, что в Украине фашизм и гражданская война, а ни в коем случае не внешняя агрессия, работают тысячи специалистов во всех странах Европы и в США. Россия щорічно витрачає на створення свого іміджу за кордоном мільярдні суми. Є велика кількість, скажімо, лобістських компаній в Брюсселі, в Вашингтоні, які обслуговують інтереси Російської Федерації. Ангажированные журналісти, політики і експерти допомагають Москві зародити сомнення на Западі і продовжити агресивну політику в отношении України. Виступлення некоторых євродепутатів, депутатів національних парламентів різних стран носять откровенно проросійський характер, що дозволяє підозрювати, що вони заінтересовані російською стороною, скоріше всього, матеріально. За примерами далеко ходить не придется. Вот итальянская партия «Лига Севера» ратует за отмену санкций против России в Европарламенте. На пленарное заседание гости пришли в футболках с надписью «Нет антироссийским санкциям». «Лига Севера» активно выступает против подобных мер. Крайне правая партия у себя на родине проповедует сепаратизм и добивается отделения от Италии нескольких регионов. Ее лидер Маттео Сальвини принимает санкции против России за личное оскорбление. На следующей неделе мы вернемся в Брюссель и будем готовы начать нашу битву за признание Крымской республики и за отмену антироссийских санкций. А вот французский пример. Ультраправая партия «Национальный фронт» и ее лидер Марин Ле Пен. Партия популярна во Франции. В этом году два ее представителя впервые прошли во французский сенат. В качестве решения кризиса Ле Пен предложила федерализацию Украины. Кроме того, она заявила, что восхищается политикой Владимира Путина. По словам Ле Пен, президент России делает все возможное для защиты интересов своей страны. Эксперты уверены, причина восхищения президентом РФ банальна. Ле Пен получает от Кремля финансовую помощь. Риторика ее заявлений до боли знакома. Во всем виноваты США. Во Франции видят предысторию этого события в Ливии, Ираке, Сирии. Это так называемая голливудская картинка, когда одни выступают за права человека, а другие злые герои. Так же обстоит и на Украине. В Венгрии за Россию стоит горой ультраправая националистическая партия Йоббик. Ее лидер Габор Вона считает, что только Россия сможет спасти Европу. Я думаю, что Россия и Европа должны очень-очень тесно сотрудничать. Депутат Европарламента и член венгерской партии Йоббик Белла Ковач не посчитал зазорным стать наблюдателем на незаконном крымском референдуме. При этом он заявил, что голосование было абсолютно легитимным. Сам Европарламент Ковач называет американской марионеткой. И снова повеяло российской пропагандой. Ненависть к России, независимо от того, что какая фракция. Но это тоже центральный указ, который проводит по всем фракциям до данного депутата. Уже в мае вокруг Беллы Ковача разгорелся скандал. Генпрокуратура Венгрии обвинила его в шпионаже в пользу РФ и попросила лишить мандата. Закон предусматривает за такие деяния лишение свободы на срок от 2 до 8 лет. Сам Белла свою вину отрицает. Я никогда не работал ни в каких секретных службах, ни в венгерских, ни в иностранных, никогда с ними не сотрудничал, и они никогда ко мне с такими просьбами не обращались. И тем не менее, Белла Ковач ежемесячно выезжал в Москву. А его супруга, по утверждению газеты «Мадьяр Немзет», гражданка России и Австрии, ранее работавшая на спецслужбы. В Украине к власти рвется коричневая чума. Происходит всплеск национализма и идет гражданская война. Вот основные тезисы, которые продвигают на Западе прокремлевские лоббисты. Для этого активная борьба за умы европейцев и американцев ведется в СМИ. То есть были заранее куплены несколько британских газет, скажем, там «Evening Standard» и часть «Daily Telegraph».
В Германии сначала они внедрили своего человека в «Шпигель», потом они этот «Шпигель» частично купили. И через прикормленные средства массовой информации вот эта вот точка зрения начинает появляться везде. В западных медиа размещают проплаченные материалы с идеями и выводами, выгодными Москве. Например, цена за публикацию на разворот варьируется в пределах 10-15 тысяч долларов. Для империи зла это сущие копейки. Порахував, скільки Путін витрачає на телепропаганду, включая его канал Russia Today, він витрачає 2 мільярди доларів тільки на телепропаганду, на підкуп журналістів, там, дипломатів, десь бюджет 50 мільярдів. Це величезні кошти. В тому числі і ми попадаємо в зону впливу і чиновників різних. Западна спільнота к такому натиску оказалась не готова. Никто и представить не мог, какие потоки лжи будут вливаться в медиапространство. И оказалось, что Запад к этому был совершенно не готов. То есть они были уверены, что вот есть одна истина, и когда профессионально продвигаются другие месседжи, вплоть до платных комментаторов на форумах европейских сайтов и так далее, то Запад только сейчас думает, как же обороняться от российской агрессии в информационном пространстве. Многие в Европе не прочь принять для себя удобную и оправдывающую точку зрения. Нужно сказать, что в Европе, это же неприятности происходят не с ними, а газ может подорожать для них. Или они могут потерять какую-то часть зарплаты, что-то уйдет на налоги. И для них очень важно моральное оправдание того, что им говорят, это не ваша война, это вообще не про вас, это там что-то такое, гражданская война где-то там в далекой Украине, поскольку они сами плохо себя ведут. Если не удалось купить, всегда можно запугать народными волнениями, протестами, потерей власти. Вот почему многие европейские политики так настаивают на необходимости учитывать интересы России. Я категорически против того, чтобы мы сейчас расширяли НАТО. Есть несколько вещей, которые нам следует учитывать, а именно интересы России. Министр экономики и энергетики ФРГ Зигмар Габриэль. Політологи говорять, такі заявлення легко об'яснити. В випадку з Італією, наприклад, Францією, Німеччиною, ці країни залежать тому, що в них працює величезна кількість їхніх громадян на обслуговування російських контрактів. Тільки, наприклад, в Італії 100 тисяч італійців працюють на російську економіку, в Німеччині 160 тисяч німців працюють на російські контракти. Тобто це величезний ринок, мільярдний. Потери робочих місць для європейців – біда більша, ніж гибель сотень чужих граждан в далекій Україні. І доволі-таки призрачна, по їх мнению, російська угроза. Чтобы распространять ложь на Западе, российская пропаганда нередко пользуется услугами различных не особо щепетильных аналитиков и экспертов. Немецкий журналист-международник Александр Рар – один из них. С президентом Российской Федерации гражданин Германии Рар знаком лично. И как тут без дифирамбов? Он оказался жестким орешком. Он тот человек, за которым мощь. Вот Януковича и Лукашенко можно по попе отстегать, а Путина-то нельзя. И Россия другая, там атомные ракеты, там и другое. Наказать никак не санкции против России, это смешно. Смешно ли сейчас самой России? Вопрос риторический. Именно благодаря таким беспринципным и продажным псевдоаналитикам, как Александр Рар, некоторые из немцев уверены, что в Украине свирепствует фашизм. Берите оружие, убивайте этих свиней, русских, немцев и евреев, и прочую нечисть. Это язык фашизма. И вот эта партия сейчас в правительстве в Киеве, которая признана НАТО, и она признается и нашим правительством. Заполучить своих людей Россия пытается и в различных международных организациях. Россия проводит лоббистскую деятельность в межгосударственных структурах, будь то ОБСЕ, ООН. Россия формирует лобби из лояльных стран, собирает голоса. В конце сентября российские СМИ подхватывают сообщение о том, что в местах, освобожденных от украинской армии, обнаружены массовые захоронения мирных жителей, примерно 400 неопознанных тел. Об этом сообщил якобы эксперт ОБСЕ в Донбассе Эйнарс Граудинч. Часть могильников еще не раскопана, а точное число погибших и пропавших без вести на освобожденных от украинской армии территориях пока неизвестно. Гнусное вранье в духе Киселева тут же подхватили глава МИД РФ Сергей Лавров, требуя обуздать киевскую хунту. Это жуткая трагедия, это очевидно,
военные преступления. Уже более 400 тел обнаружено в захоронениях. Эти преступления явно произошли именно тогда, когда украинские силовики эти районы контролировали. Вскоре сообщения опровергли и боевики, и представители ОБСЕ. Эйнерс Граудинч не является членом наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине. Ныне устанавливается, кто он на самом деле и откуда приехал. Представитель пресс-службы ОБСЕ Наташа Раякович. На самом деле, якобы эксперт ОБСЕ оказался пророссийским политиком из Латвии. В этот раз что-то пошло не так, говорят эксперты. России не удалось отыскать среди настоящих членов ОБСЕ лоббиста своих интересов. Обычно цели России не просто влиять на международные организации, а ставить своих людей на руководящие посты. Россия продавливает кадровое назначение международных организаций, вплоть до Amnesty International или Красного Креста. То есть хотя бы получить своего вице-президента – это цель для российской дипломатии и для службы внешней разведки России. А вот как российская пропаганда воспевает своих шпионов и ангажированных политиков. В общем, антироссийском хоре стран Евросоюза есть голоса, для которых личное несогласие с политикой ЕС оказалось важнее корпоративных принципов круговой поруки. Отдельно страстными любителями России и ее политики можно назвать бывшего чешского президента Вацлава Клауса, экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, а также бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Последний пытается подтолкнуть Запад к новому диалогу с Кремлем. Ничего плохого в аннексии Крыма политик не видит. И на Востоке, и на Юге, в особенности в Крыму, традиционно по-русски думающее и чувствующее население. Чрезмерно лоялен к России нынешний президент Чехии Милош Земан. Президент Чехии Милош Земан не только выступил против санкций в отношении России, но и выдвинул украинским властям ряд серьезных обвинений. От связи с криминалом до поддержки нацизма. Любишь Россию? Выступай против санкций. Таков тренд последнего времени. Санкции не только не помогают демократизации, но наоборот, вызывают давление. А чтобы уж до конца отработать российские дивиденды, глава Чехии еще и обвиняет Украину в воровстве. Часть потребляемого Украиной газа была получена способом, который нельзя назвать иначе, как кража газа. Во время предвыборной кампании в начале прошлого года чешские политики не единожды поднимали вопрос о связи Земана с людьми из российской нефтекомпании «Лукойл». По их мнению, именно чешский офис «Лукойла» финансировал президентскую кампанию Земана. В этом свете становится понятно, что все антиукраинские высказывания – не что иное, как отработка вложенных России средств. Гражданская война, киевская хунта, фашисты и каратели. Для того, чтобы заставить весь мир поверить в вопиющую ложь об Украине, РФ тратит миллиарды долларов, покупает иностранные издания, журналистов, политиков и экспертов. Некоторые из европейских политиков запуганы, некоторые подкуплены. Но большинство все же между деньгами и безопасностью всей Европы выбрали второе, утверждают эксперты. Несмотря на сильнейшее пророссийское лобби и колоссальные средства, которые Кремль платит своим подпевалам, Запад смог консолидироваться, ввести санкции и пока не преклонен в своем решении.